специфически Москвы, вот такие вот головные уборы. Будут менять вот на вот эту Барби, вот на эту Барби и на вот этого Кена. Давайте посмотрим, как он смотрится вот на эту Барби. Это первый сейчас. Вот на Кена. Она полностью пластиковая такая. Из твердого пластика сделана. Вот такая кепка. Это твой головной убор. Не знаю откуда, куда-то копилась. Если кто знает, это откуда эта кепка. Ну, вот у кого-то есть такая игрушка. Вот такая кепка, она мне напоминает. Из Мандинкса, если ее привезти в проект. Ну, ее перекрасить и значок поставить. Будет тоже такой же пластик. Потому что будет держать. Вот такая вот шляпа. Вот такая шляпа. Вот такая. Вот так вот будет. Вот такие шляпы, например. Это я вам не буду стёгивать, время займёт. Пока застёгивать, застёгивать. Это с велосипеда. Помните, я обзор показывал? И вот такая вот. Это Артингс Стелла. Если кто помнит, с палаткой. И там две, по две куклы Стеллы. Они и с палаткой. И вот такой вот. Так выглядит. Так, вот так вот Барби выглядит. И вторая. Вот так выглядит. Вот. Так, раз, два, три, четыре, шесть, семь. Семь головных уборов я вам показал. Вот такие. Вот, все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.